Теперь другим темам. Красная может стать первым сельским населенным пунктом, где появится своя добровольная народная дружина. Эту идею в поселке обсуждали на специальном совещании. Участники встречи в итоге пришли к единому мнению. Дружинники в Красном нужны. Они смогут наравне с участковыми следить за порядком на улицах. Вопросов, впрочем, осталось еще немало. В частности, например, кто должен обеспечивать ДНД средствами связи, формой, знаками отличия и поощрять их за общественную работу. Специалисты подсчитали. Типовое положение работы ДНД необходимо разработать для каждого населенного пункта отдельно. Что касается народной дружины в Красном, то в поселке уже есть желающие, которые готовы вступить в ряды помощников полиции. Окончательное решение о создании в населенном пункте ДНД должны принять на следующей встрече. Напомню, сейчас дружинники есть только в Нринмаре в составе группы 75 человек.